Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Линк. Сегодня бы я хотел рассказать вам о том, как собрать ПК за 42 тысячи рублей для нетребовательных задач, то есть не для игр. Простор интернета, Word, Excel и так далее, просто простеньких работ. Сборку я совмещал в AliExpress, Online Trade, DNS, местные магазины совместно с AliExpress. С AliExpress я выбрал процессор, оперативную память, SSD-диск SATA формата, это Crucial MX500. На 500 гигабайт. Прошу не путать MX500 с Crucial BX500, так как он тротлит и в принципе нам не интересен. И на момент записывания видео данный SSD-диск стоит на Алиэкспрессе 3790 рублей. Далее это оперативная память Crucial Ballistics на 3200 МГц. Выбираем черный цвет, он стоит 5000 рублей. Придет вот такой вот черный кит. Я заказывал белую версию, мне приходил точно такой же кит. Данный продавец нормальный, поэтому не переживаем, спокойно заказываем. Ну и любимец многих — это Ryzen 5 5600G со своей великолепной встроенной графикой за 12 270 рублей. С DNS я выбрал данный корпус, это Z-Gaming Rare Mini Case MS1 черного цвета с четырьмя встроенными вентиляторами. Получается у нас такая вот микросборка. Корпус хорош для своего бюджета, продует систему, поэтому все нормально, берем и не переживаем. Также материнскую плату я выбрал с DNS, это MSI B450A Pro Max. Плата достаточно фас, она спокойно запитает этот процессор для нетребовательных задач, она справляется на ура. И SSD, это Kingston NV1 на 500 гигабайт, M2 формата. С чтением 200 и запись 1700. Для данных задач это просто шикарный вариант. Данного товара не было в наличии на момент записания видео, поэтому если оно будет в наличии, берите. Накопитель стоит своих денег. А далее мы переходим к онлайн трейду, а именно к блоку питания. Это Chieftec Chieftronic Steel Power на 550 ватт. Сертификатом бронза за 450 рублей. Есть версия на 750 ватт, и можно доплатить 1000 рублей и здесь уже разгуляться как под апгрейд, но у нас под простенькие задачи, поэтому мы берем на 550 ватт. За охлаждение процессора у нас будет отвечать PC-кулер Paladin 400 на 200 ватт, справится спокойно, поэтому не переживайте, берем и радуемся. А на этом, дорогие друзья, мы подходим к концу. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, это очень мотивирует, во-первых, во-вторых, это поддерживает канал. Есть чему стремиться и развиваться. Также у меня на канале был обзор на Crucial Ballistics, поэтому можете посмотреть, устроит, не устроит вас оперативная память. И также в описании есть ссылка на саму оперативную память, а также на Boosty, если вы хотите поддержать монетой канал и помочь его развить. А на этом все, с вами был Линкс, до новых встреч!